Здравствуйте, это я, и сегодня будем так проверять, сколько тяжелостей. Бутылка с водой весит сколько? Если вы с-под колы. 556. Проверяем дальше. Бутылочка эта, вы удивитесь? Сейчас проверим. Миллилитра. 14 грамм. Так, 14 грамм. Так, еще что нужно проверить. Так, мы проверим эту машинку. Ну, просто я ее люблю. Посерединке поставим. Так, 120. Ну, проверим это. Я вот хочу вместе. Вот теперь метальное, что началось. Продадим на металлолом. 36. А если все вместе, вот ты сдашь на металлолом. Хочешь сдать. И это вместе хочешь сдать. Сколько? Так, килограмм 12 рублей. 48. Ну, на металлолом 48 дадут денег. Так не проживаете вообще-то. О деньгах, если вы так накопили. Вот и получите такую сумму. Шахматы сколько вешают. Шахматы вы играли когда? Шахматы у вас есть? 330 грамм. Имейте такие шахматы тяжелые. Я вам говорю. Имейте. Такие шахматы. Имейте их на полезно. Пластилин. 246. Так. Конечно, мы еще не проверяли. Вот это. 54. Еще. Конечно, этот пакетик весит. Ой, все проверили, да? Да. Эта машинка сломанная висит так. Не тяжеленко, а теперь... Ой, а где моя машинка? А вот она. Теперь все вместе. Ой, блин, 1000. Вот такой я чаш тащил до этого веса. Ну ладно. Мы так будем. Ну, теперь и про яблок. Так, поговорим про яблоки. Оно 200 грамм. Уменьшаем. Где такое я хочу? За 84. А я хочу вот это яблоко. Мне надо найти за 48. 160. Я на ночь такое не буду есть. Да, может это на ночь. 44. О, как раз мое желание сбылось. 44. Ну, поменьше. Есть здесь? Ой, ой, ой. Чего? О, еще меньше. 42. Я такое хочу. Так, сюда подарим. Ну, на этом все. Ну, нет, еще не еще. Вот это проверим кружку. Ну, все. На этом пока. Еще встретимся. Ну, вот. 138. Ну все, на этом все.